На фотографиях советских времен улица Куйбышева выглядит совершенно иначе. Каждое здание буквально утопает в зелени. И главное, никаких проводов. Сейчас здесь все, конечно, выглядит иначе. Доминируют дома, машины и провода. Но совсем скоро это изменится. У областных и городских властей появилась идея дать зеленый свет главной городской улице. Принадлежит она Дмитрию Азарову. Губернатор озвучил ее, когда вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной высаживал сад памяти. Но чтобы реализовать идею, нужно для начала спрятать провода под землю. В долгий ящик откладывать не стали. Провода уберут уже до 1 сентября, а в следующем году высадят деревья. План озеленения глава города уже поручила разработать. Проект по улице Куйбышева, да, потому что мы заводим провода все под землю, и по максимальному озеленению этой улицы давайте хотя бы разработаем, чтобы на следующий год нам с вами планировать. Подвели на еженедельном рабочем совещании итоги завершившегося месячника по благоустройству. Глава Самары отмечает, город хорошо подготовили к майским праздникам. Также Елена Лапушкина призывает городские службы не расслабляться, так как впереди много сезонной работы. Пора начинать покос травы, завершить уборку территорий после вывоза гаражей, а также следить за состоянием световых опор, остановочных павильонов и городских информационных стендов. Мы с вами не останавливаемся на достигнутом. У нас с вами сезон, по большому счету, только начинается. Кроме того, Елена Лапушкина поручила ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.